Девушки, всем привет! Я еще не улетела завтра ночью, то есть уже сегодня ночью, можно сказать. Но я хочу вам показать кое-что. Игорь попросил свою помощницу из Таиланда, и она мне прислала на пробу цепи, потому что я жаловалась, что нам не во что, так сказать. Сначала у нас был разговор с ним про гривны, потом про струны. Короче говоря, он мне сказал, что у них там целая улица всяких вот именно серебряных вещей, но эта улица очень поредела после короны, и осталось буквально пару магазинов. И он мне просто вот в качестве одолжения прислал каждой, как говорится, твари по паре, каждой твари по 5 штук. Я не могу вам сейчас сказать цены, потому как мне уже некогда, я этим не буду заниматься, надо нашу переписку с ним поднять. Ну, как бы он для меня купил их и прислал. Не могу сказать цену, но просто посмотрите, кому что нужно. Может быть, опять же, откладывать я не знаю, насколько имеет смысл. Я уже приеду и разберемся, но просто если, девчонки, у вас будут какие-то пожелания на этот счет, пишите в комментарии. Значит, смотрите, это пакет номер 7. Не знаю, по крайней мере, написано 7. Ну, тут 2, 64 грамма, это все вместе, наверное, 18 инч. Значит, это платье покрыто серебро родием. Видите, вот такие вот жесткие косички. 18 инч на карабине. То есть, я так понимаю, что сюда их можно и просто, это серебро просто родированное, их можно и носить просто на шее. Но, в принципе, для мне было важно именно под кулоны тоже, потому что у нас очень часто бывают такие моменты, когда, вот кроме янтарной волны, которая нас очень выручает в плане золотых с черным, с чернением цепочек, у нас, собственно, ничего такого интересного нет. И ладно, сейчас я положу. Наверное, девчонки, можно я опущу пониже, так, чтобы было видно. Вот, и я вам сейчас просто разложу, что он выслал мне как бы каждый по 5 штук, для того, чтобы понять, вообще нас это устраивает или нет. Значит, смотрите, это пакет номер 11. Я думаю, что это номера цепей. Ну, не знаю, значит, 11. Тут толстенные такие, 125 грамм, в два раза толще. Соответственно, и цена будет. Они тоже 18 инчи, тоже серебро, покрытое родием. Сейчас одну вытащу. Они как такие, знаете, как жесткие, как пружины. То есть это вот, конечно, вы зададите мне вопрос, можно ли длину менять. То есть я, честно скажу, не помню. Мы это все обсуждали. То есть его помощница ходила, прямо вот показывала, что там у них в продаже имеется. Там, конечно же, и разные тканевые шнуры, но меня именно интересовали серебряные. Вот видите, вот такая вот штука. Опять же, конечно же, нам важна цена, но это не сейчас. Это уже после 17 числа, когда я вернусь с Литвы. Мы уже дело сильнее, как говорится, вглубь изучим. Пришло, кстати, две посылки с янтарем. Тоже это мы уже с двух заводов. Это мы уже посмотрим тоже, когда я прилечу 17-го. Вот смотрите, это под номером 10. 43 грамма здесь. Значит, видите, они родировали, они вот золочение здесь есть, желтое, розовое и белое. Вот такие вот вещи. Вот тоже прикольно под, наверное, разные кулоны. То есть ни разу я такие не заказывала. Ну, просто о чем мы говорили, я рассказывала, что я с итальянской фирмой, которая поставляет в Серебряную Венецию, договорилась, и как-то корона началась, и плюс у них по пол кило, по-моему, по пол кило одного вида цепей нужно как бы покупать. А вы представьте себе, вот если толстые цепи, да, здесь 5 штук, это 125 грамм. То есть на пол кило это должно быть 25 толстых. А если это тоненькие, то их вообще как бы должно быть какое-то безумное количество. И, короче, как-то так вот и закончилось все это дело. И он мне говорит, давайте в Таиланде посмотрю. И вот это вот по моей просьбе он мне посмотрел и прислал. Значит, смотрите, вот это вот номер 9 на пакете написано. Оно тоньше. Видите, тоже оно идет. Они все, девчонки, короткие. А, это даже еще короче. Это 16 инч. 1,5 миллиметра ширина.
Смотрите, опять же, сюда можно, конечно же, доставить цепочку удлинительную, если что. Ну и опять же, длину можно будет потом, если нам вообще это дело понравится, посмотрим, как по цене получится. Посмотрим, как бы, можно ли длину вообще заказывать разную. Видите, то есть вот такие они. Серебро и покрыто цветным родием. Позолота опять же. Так. У меня тут даже нет ни одного кулона, чтобы просто подвесить, посмотреть. Поэтому уже, когда прилечу, все приготовим. Так, еще один вид, это ну, пакетик номер 4. Значит, это покрыто серебром. Это серебро. И на серебре, помните, как сейчас делают балтийские узоры вместо родия? Серебро покрыто белым серебром 999, для того, чтобы оно не темнело. Видите, тоже они все жесткие. Я именно просила жесткие струны. Говорю, цепочки мы и так раздобудем. Нам именно интересно. Ну, это 33 грамма. Девчонки, тоже здесь указано 16 инч. То есть это вообще под шею получается. Так. Дальше. Толстый очень. Это у нас номер 8 пакет. Тут какие-то, видите, 5L. Это ширина идет. 18 инч длина. Видите, это вот такая вот цветная штука. Это под очень крупный кулон. И, соответственно, вот видите, как смотрится. То есть я даже примерно не могу вам цену сказать. Просто даже не знаю, сколько это стоит. Но я решила, что до отлета я вам все-таки покажу. Так, кто сталкивался с такими вещами, расскажите. Может, кто-то носит что-то подобное. Вот такая очень оригинальная штука, которая крученая. Видите, такая вот интересная штуковина тоже. Вот позолота. Тут везде стоит проба, разумеется. Лого какой-то стоит. Вот. Открученная штучка. Моя, конечно же, цель была не просто цепочки купить, а именно цепочки под кулоны, под янтарные в чернении, под Игоря кулоны. Вот такие вот разные. И смотрите, здесь пришло 5 струн, которые очень не напоминают струны шаблюлевские, если прямо даже не они же. Вот на них и можно будет понять в плане цены, насколько имеет смысл. Шаблюли, по-моему, сколько мы? $39, что ли, они с меня берут за струну, если я не ошибаюсь. Янтарная волна были цепи по $36. Струны в шаблюле, по-моему, по 39. Ну, вот посмотрим относительно этого. И будем знать. Вот я взяла тоже 5 штук. Они по 18 инч. 1,2 миллиметра указано. Тоже, видите, серебро, покрытое серебром сверху. Так, еще 66 грамм, пакетик номер 5. Какая-то очень интересная штука. Вот две сразу. Вот видите, оно как бы крученное вокруг своей оси. Кубиками такими. Тоже красивая, блестящая штучка. 18 инч. Так. Я, девчонки, еле успела. Столько запаковала. И то не всем успела. Курьер мне пришел раньше. Удивил меня, и несколько посылок я так и не успела. Уже после 17 числа, к сожалению. Так, и, девушки, совершенно интересные два. Это как вы называете это, гривной? Смотрите как. Ну, давайте одну откроем. Их два вида, тоже по 5 штук. Значит, одна гривна вот такая.
Я думаю, что вот такой, видите, что здесь будет очень интересно все-таки кулончик свисать. Видите как? Она чисто серебряная тоже. Не покрытая орудием. Так. И вторая ровная. Вот такая вот. Тоже мы откроем. Девчонки, кто спрашивал, янтарь брутальный в ювелирной бронзе? Бусы тоже есть, оказывается. Мне сначала сказали, что бус нет, но бус тоже есть. Значит, вот так, смотрите, она, видите, она по шее сидит специально выгнута так, чтобы она на шее удобно сидела, а не колом стояла. Как раз это очень толково придумано. Вот такие вот штуки. Тоже 5 штучек у меня. Вот, все, девушки, это то, что вам хотела сказать. Улетаю я через сутки. Завтра я везу Эден в армию, у меня не будет. В дороге буду очень долго. Потом отпразднуем Димин день рождения. И в качестве подарка я уеду. Пусть от меня отдыхает, правильно? Это же классный подарок. Делать, что хочет 10 дней. Главное, чтобы котов кормил и поливал мою китайскую розу. А так, в принципе. Вот. Такие, девчонки, дела. Все. Всем пока. Целую. Уже встретимся, наверное, в Литве. Уже из Литвы буду вам передавать. А, еще интересное дело. Купил мне Игорь. Опять же, не он купил, а его помощница. Кальцимер. Девчонки, это самый крутой кальцимер, который есть швейцарской фирмы. Он очень дорогой. Он мне стоил 90 евро. Берджен. Значит, этот Берджен, как сказал Дима, самые крутые инструменты для швейцарских часов изготовляет. Каждая его вещь супер-пупер-дупер дорогая. Я, честно говоря, уже сделала несколько экспериментов для уточнения размера колец. И все-таки я, наверное, остановлюсь на штанге. Несмотря на то, что я потратила 90 евро на эту вещь, Берджин, видите? То есть у меня есть такой же китайский за 3 доллара. Этот за 90 евро. Мы, конечно, будем перепроверять все колечки, когда будут спорные какие-то у нас вопросы. Но, в принципе, он довольно показывает то же самое, что и штангенциркуль. То есть я даже не знаю, насколько это была вообще необходима такая трата с моей стороны. Но мне очень хотелось... Мне было интересно толстые кольца, насколько на кольцемере покажет. Ну, то есть там есть один... Я уже поняла, как можно с этим делом играть. Я не думаю, что буду пользоваться им видео, потому что это будет очень долго. На штангенциркуле как-то побыстрее все это дело происходит. Но вот теперь являюсь обладателем вот такой штуковинки. Вот, все, ребята, всем пока. Целую. Следите, что происходит. Если буйный Вова там решит атомную бомбу кинуть в сторону, не дай бог, Литвы, то... Попрощайтесь с украшениями, которые лежат здесь в зале ожидания. Отправлять вам их будет некому, ибо я там буду находиться. Ну, на самом деле, это, конечно, черный юмор. Не думаю, что она смелится, но, тем не менее, на то он и буйный Вова. Все, девчонки, всем пока, мирного неба и до следующего видео.